Несмотря на почетный возраст, 97 лет, Юрий Парфеньевич в парадной форме при медалях пришел на праздничный концерт. Армейской службе посвятил 31 год, так что это большой промежуток жизни, самые дорогие годы молодые отданы армии, поэтому армейский праздник для меня значительное событие. Юрия Парфеньевича, а также других ветеранов поздравили с Днем Защитника Отечества. Им вручили цветы и памятные подарки. А танцевальные и вокальные коллективы городского округа подготовили для ветеранов праздничный концерт. Слова благодарности выразили и муниципальные депутаты. Ирина Беляева, Татьяна Кафтарева и Александр Дринов. И, конечно, в этот день мы, как всегда, пригласили ветеранов войны, ветеранов тыла, ветеранов боевых действий, которые сражались за пределами России, защищая ее интересы. Мы пригласили сюда тех, кто сделал защиту Отечества и специальности сегодня, в наши дни, то есть военнослужащих. Кроме развлекательной программы, для гостей подготовили военную выставку. На ней представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны. На ложке любой красноармеец обязательно должен был выгравировать свое имя и фамилию. После того, как красноармеец погибал, эта ложка переходила дальше по наследству другим бойцам. И чем больше вот таких надписей на ложке, тем больше было хозяев. Каски со следами от пуль, лопаты, штыки и предметы солдатского быта. Эти вещи хранятся в школьных музеях, как напоминание о подвиге советских солдат.